sé cómo es la vida sin tu amor. Yo no sé cómo se puede estar así. Llueve sobre el mundo y el dolor de nuestras historias cae en mí. Sé que estás cansada de luchar. Busca la respuesta en la verdad. Yo te abrazaré y serás mi estrella, una luz amiga en la tormenta. Deja fuera ese dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento. De dos almas que se dan el fuego y la pasión y vives de momento. Que la vida se nos va y es tiempo de vivir. No tengas miedo a la felicidad. Спать в отеле? Да. Пойми меня правильно. Я просто хочу, чтобы ты отдохнула. Я действительно устала. Но я не хочу оставаться здесь ни минуты дольше. Ты хороший, Маркус, но... Что но? Что ты подумала? Я твой врач. Я знаю, что могу, а что не могу делать со своими пациентами. Извините, не помешал? Что ты здесь делаешь? Я пришел увезти тебя отсюда, Валерия. Ты поедешь со мной в Буэнос-Айрес. Ты что, ты меня оскорбляешь? Я не могу оставить тебя с этим... С кем это этим? Минутку. Может, объясните, в чем дело? Дело в том, что перед тобой выродок. Что? Прикуси язык, Диего, не вынуждай меня. Что? Так говорят в округе. Мало того, что выродок... Ты еще и трус? Прекрати, помолчи, пожалуйста. Ты меня оскорбляешь, Диего. А это тебе может дорого стоить. Что с тобой, Диего? Ревность? А почему ты у него не спросишь, Валерия? Спроси, почему он боится показаться в деревне? Что? Язык проглотил? Хватит загадок. Где Лусиано? В ресторане. С Моникой. С кем? Они вышли порознь, но встретились в ресторане. А ты? Ты откуда знаешь? Я все знаю, Елена. Тебе бы тоже это не помешало. Что ты хочешь сказать? Что пора открыть глаза. Ты теряешь мужа. Да это невозможно. Моника ненавидит Лусиано. Это невозможно. Да? Тогда почему они ужинают вместе? Скажешь что-нибудь? Откуда у вас все это? Прислали из Вашингтона. Люди, которые работали с твоим отцом. Так значит, ты дочь Берты. Лусиано, я... Понятно. Зачем вы меня обманывали? Я постараюсь объяснить. Давно надо было сделать это. Главное спокойствие. Объясни, почему ты скрыла, что ты дочь Берты? Дело в том, что... Как ты здесь оказался? Я проходил мимо, увидел вас,
Объясняй, девочка. Или ты и дальше намерена меня обманывать? Мария Тереза, время на исходе. Может повторить вопрос? Нет. Изучая это произведение Шекспира, ученые определили, что действие происходит в 1591 году. Дата определена по одной из сцен Ромео и Джульетты. В третьей сцене первого акта в доме Капулетти мать и кормилица Джульетты говорят о возрасте девочки. Ей вот-вот исполнится 14. И ее кормилица вспоминает землетрясение, которое произошло 11 годами раньше. Джульетта тогда еще ударилась головой. Считается, что землетрясение произошло в 1580 году. Если прибавить к этому 11 лет, получится 1591 год. Ответ верный. Мария Тереза Рамирес выиграла 20 тысяч долларов. Выиграет ли она 100 тысяч? Это мы узнаем чуть позже. Смотрите, все или ничего. Мира, посмотри. Сегодня мы этот дом видели, помнишь? Он тебе знаком? Какие красивые фотографии. Это вы? Скажи, тебе знаком этот дом? Посмотри, посмотри. А этот человек? Это Лусиано Салерно, хозяин дома. Ты его знаешь? Я прошу вас удалиться, доктор. Я не уйду, Салерно. Монике нехорошо. Да, Лусиано, я бы хотела уйти. Никуда ты не уйдешь, пока мы все не выясним. Прошу вас, Лусиано. Я тебя отвезу. А может, она хочет, чтобы ее отвез я? Нет, спасибо, я поеду с Пабло. Но обещаю, что завтра мы поговорим. Да, конечно. Я сам не успокоюсь, пока не узнаю, почему ты скрыла, что ты дочь Берты. Вы в курсе, доктор? Извините, Салерно, но я не намерен ничего выяснять. Пошли. Ура! Я знала, что ты выиграешь. Какая ты у нас умница, крошка. Какая умница. Ну уж и умница. Тетя так нервничала, что теперь спит. Ясно. Она меня не дождалась. Ничего. С кем ты оставила ребенка, Эрон? С соседкой. Но я даже не знаю. Мне так неспокойно. А ты поговори с сеньорой Мерседес. Она добрая. Нет. Я ее не знаю. Мне стыдно. Не будь глупенькой, Эрен. Она просто чудо. Тереза, ты дома, поздравляю, ты была великолепна. Большое спасибо. Ты отвечала прекрасно, я смотрела. Вы знаете, а мы как раз о вас говорили. Ирен хочет вас кое о чем попросить. Я слушаю. Нет, ничего. Почему нет? Давай же, Ирен, давай. Понимаете, у меня есть дочка, а мне не с кем ее оставлять, когда я ухожу на работу. Сеньора Елена запретила ее сюда приносить. Может, вы позволите, сеньора? Ну, конечно. Что такого? Приноси, когда хочешь. Конечно, приноси. Большое спасибо, сеньора. Большое спасибо. Прямо завтра и приноси. Спасибо. Я к себе. Не принесешь мне липовый чай? Конечно. Вам не здоровится, сеньора? Нет, просто мне неспокойно. Боюсь, не усну. Потому и хочу выпить чаю. Хорошо. Я пошла. В чем дело, Ирен? Не знаю. Она мне вдруг показалась похожей на... На кого? Нет, ни на кого. И этого не может быть. Диего, прошу тебя, уходи. Валерий, ты поедешь со мной. Ты мне не хозяин. Поехали, Валерия. Да, поехали.
Валерий едет со мной. Нет, я еду с Маркосом, и мы уезжаем прямо сейчас. Первым же автобусом на Буэнос-Айрес. Подожди, Валерия. Поехали, Маркос. Кошмар, не знаю, что было бы, если бы не Пабло. Думаешь, Лусиано подозревает что-то о твоем происхождении? Кто его знает? Он хитрый, но никак себя не выдал. Вел себя очень странно, просто спрашивал. Но я так нервничала, мама. Не знаю, что делать. А я... Единственное, что знаю, надо подумать. Больше нельзя действовать наскоком, мама. Конечно, но завтра он от тебя не отстанет. Придется от него побегать, пока не придумаем, что делать. Я думала, все уже спят. А ты почему не спишь? Не знаю. Я, конечно, не должна быть здесь в таком виде. Ничего, мне очень нравится. Напомнить тебе, что между нами не все ясно. Да, пока не все. Ты должен принять решение. А если я скажу, что я его уже принял? И что ты будешь с ней делать? Ты теперь и завтракаешь здесь? Нет. Только когда поздно прихожу на работу. Присоединяйся. Огромное спасибо. Я лучше год поститься буду. Ну, спасибо. Скажи, а ты ведь не ночевал дома? Тебя это не касается. Меня тоже? Где ты был? Я был в местечке под названием Кораль де Бустос. Да? И что ты там делал? Ездил за Валерией, доволен. Валерия. Здравствуй, Роза. Как съездила? Отлично. Здравствуйте, как дела? Завтракать будете? Нет, я хочу в душе спать, больше ничего. Хорошо. Валерия, тебе не кажется, что нам надо поговорить? Только не сейчас, я очень устала. Если хочешь, выпей кофе, Агустин сейчас встанет. И все же нам надо поговорить. Хорошо, но в другой раз, ладно? Ты обижаешься? Да нет, просто устала. Честное слово. Пока.
Кофе будете? Нет, нет, спасибо. Я тоже устал. Что? Не понимаю. Минутку, пожалуйста. Сеньора, вроде на другом языке говорят. Да. Да, это я. Что? Что? Нет. Сеньора, что случилось? Сеньора? В чем дело? Не знаю, поговорила по телефону и вот. В чем дело, Трини? Что с тобой? Папа умер. Это ты его убил. Пабло, здравствуй. Как ты? Я ухожу. Куда? Куда глаза глядят. Только бы не видеть Лусиану и не слышать его вопросы. Больше он тебя расспрашивать не будет. Ты не хуже меня знаешь, что это не так. Ты думаешь, он что-то подозревает? Не знаю. Но если он спросит, его ли я дочь, отрицать не смогу, Пабло. А я волновалась. Как съездил? Только не начинай, мама. Ты завтракал? Да, спасибо, мама. Как съездил? А почему ты спрашиваешь? Я понимаю, как тебе было нелегко туда возвращаться. Как тебя встретили? Я не хочу сейчас об этом, мама. Давай не будем. Нет, нет, скажи, пожалуйста, где ты был? Кого видел? Как все прошло? Мама, ты не понимаешь, я не хочу об этом говорить. Но ты должен говорить, Маркос, ты должен освободиться от этого груза. Да что ты хочешь от меня услышать, что? Ты был в Мальбасаде? Тело Сандры так и не нашли? Чего ты добиваешься, мама, чего? Ты не понимаешь, что мне надо успокоиться, ради бога? Не мучи меня хотя бы одну минуту. Да я просто спросила. Ты просто зануда. Извини, мама. Мне надо подумать. Мне надо побыть одному. Валерия уже дома. Она правильно сделала, что съездила в Кораль де Бусто. Пожалуй. Ладно, я в суд. Есть новости? Это я и хочу узнать. Надо, чтобы они как можно быстрее перешли к очным ставкам. Я боюсь. А ты думаешь, я не боюсь? От Салерна, дорогая, можно ждать что угодно. Что угодно. Господи, умираю от усталости, но не могу уснуть. Почему, дочка? Все вспоминаю Лукрецию Хасинто. И еще мне снилась дочка. Валерия, может, примешь снотворное? Нет, нет, лучше я не буду спать. Вы говорили о суде? Да, только беспокоиться не о чем. Камешек в мой огород, папа. Можешь ничего от меня не скрывать. Я начинаю разбираться в том, что происходит. Дочка, папа боится, что на суде Салерна что-нибудь выкинет. Обязательно выкинет. Надо как-то обезопаситься.
Именно об этом я и говорил со своим адвокатом. Подожди. Я хочу вам кое-что рассказать. Что-то случилось? Диего был Кароль де Бустос. Видишь, Марта, я тебе говорил. Нет, подожди, пожалуйста. Он такого наговорил про Маркоса, что я даже не знаю. Не верь Диего. Ему бы только отвадить тебя от лечения. Вот какой он человек. Это не совсем так. Нет. Нет, так. Он не хочет, чтобы у тебя открылись глаза, дочка, понимаешь? Не хочет. И особенно сейчас. Я не думала, что ты так его ненавидишь, папа. Нет, Валерий, я его не ненавижу. Просто я хочу, чтобы он держался от тебя подальше. Чем дальше, тем лучше, Валерия. Не больше. Это карточка свидетелей из Парагвая. Я забыла вчера передать. Спасибо. Можешь приступать. Для начала я хочу поговорить с Диего. Его еще нет? Нет, он уже звонил. Ладно, я пошла. Паула, подожди минутку. Присядь. Эстебан, надеюсь, вчерашний разговор не вселил в тебя иллюзий? О чем ты? О том, какие бы между нами ни были отношения, к старому возврата нет. Да, конечно. Я понимаю, что к старому определенно возврата нет. Все кончено. Именно. А жаль. Чего ты ждал? Не знаю. Прощение, может быть. Я пойду. Паула. Почему ты отказываешь мне в праве видеть дочь? Я хочу воспользоваться своим отцовским правом. Я хочу видеть Аниту. Ты сошел с ума? Нет, это мое право. Нет, твоя обязанность оставить нас в покое. Дочери и без тебя хорошо. Будешь настаивать, мне придется сказать ей, что ты умер. Ты лишаешь меня всякой возможности. Лишаю. Все кончено. Паула. Паула, почему? Почему ты отказываешь мне в праве быть отцом? Ты отказал нам в праве быть счастливыми. Ты нас забыл. Какое у тебя право требовать мою дочь? Все, Елена, с меня хватит. Карла, не смей больше приближаться к Лусиану. Клянусь, ты пожалеешь. В чем дело? Как ты можешь меня ревновать? Я не ревную, я осторожна, а это не одно и то же. Что, боишься? Я его где-нибудь пристукну? Послушай, не приближайся к Лусиану, даже чтобы поздороваться, поняла? Он мой муж. И это говоришь ты? У тебя нет никакой бумажки. Скоро будет. Может быть, но пока он свободен и сам выбирает. Что ты задумала, Карла? Я? Ничего. Но твоя ревность подсказала мне одну прекрасную мысль. Не смей вставать между мной и Лусиану. Что, испугалась? Не выдержишь соревнования? Я способна на что угодно, понимаешь? Чтобы больше ты мне не угрожала, Елена. Поняла? Ты сама напросилась, сестренка. Пусти мне больно. Еще раз, и я тебя убью, клянусь. А я тебе клянусь, я тебя убью. Я умею защищаться. Пусти. Думаешь, тебе имеет смысл открывать рот? Я бы 10 раз подумала на твоем месте. Не ставь мне подножки, Карла, пусти. Мы в одной лодке, Елена. Если одна пойдет ко дну, то и другая тоже. Прости, ради бога, за вчерашнее вторжение. Я уже все передала Эстебану. Я знаю, я пришел попросить прощения. Кажется, я свое дело сделала. Не понял. Диего, я передала все, что у меня было. Больше ничего не могу. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Извини, Паула.
Я не понимаю, что происходит. Я тебя обидел? Нет, Диего. Здесь был мой бывший муж. Боюсь, как бы ни пришлось рассказывать о Нити. Понимаю. Извини, у меня трудная статья. Извини. Да, конечно. Спасибо за все. Я принесла кофе. Как ты? Мама, я же сказал, мне нужна тишина. Ладно, ты выиграла. Поговорим. Ты все равно не оставишь меня в покое. Понимаю, я бываю надоедлива, Маркос, но я хочу помочь. Только и всего. Со мной все в порядке, мама, все в порядке. Да, у тебя новый пациент? Да. Случай очень интересный, и он меня полностью поглотил. Я рада. А в чем дело? Речь об одной молодой женщине. Она потеряла ребенка, и это ее потрясло. Могу представить. Мне ее жаль. Да, но все осложняется тем, что отец ребенка. Сын заклятого врага семьи моей пациентки. Прямо как Ромео и Джульетта. Да, но они не Ромео и Джульетта. Почему их отцы так ненавидят друг друга? Похоже, что один упрятал другого в тюрьму. Какой ужас. Да, дело известное. Отец парня, который был с Валерией, Лусиано Салерно. Лусиано Салерно? Да, ты его знаешь? Да, по журналам. Похоже, он страшный человек. А мне кажется, что сынок ничуть ему не уступает. Бедная девочка. Да, поэтому я их разведу. Чего бы мне это ни стоило. Валерия вычеркнет Диего из своей жизни. Диего? Да, Диего Салерно. Что случилось, дорогая? Ничего. Извините, извините. Ян, Стебан. Стебан. Эстебан, проснись, Эстебан! Проснись! Что это значит? Чемодан собираюсь. Я лечу в Лондон. Никуда ты не полетишь? У меня умер отец, Рубен. Кто его похоронит? Оставь чемодан в покое. Ты что, Рубен? Хочешь, чтобы я тоже умерла? Никуда ты не полетишь. Полечу, нравится тебе это или нет. Хочешь, чтобы у тебя нашли наркотики? Посадили в тюрьму? Как ты можешь?
смогу. И я тебе это обещаю. Я этим займусь. Мне очень плохо, Рубен. Не надо со мной так. Папа умер из-за тебя. Не надо со мной так. Он был болен и все равно бы умер. Сара! Как можно быть таким жестоким? Сеньор? Разбери чемодан. Она никуда не летит. Эстебан, почему? Как ты можешь? Ты же ставишь меня под удар. Ты это понимаешь? Ты не понимаешь. Я больше не могу. А ты понимаешь, что мы можем потерять все, что досталось таким трудом? Я тебе этого не позволю. Пусти, оставь. Не оставлю, не оставлю. Я болью тебя. Водой холодной поднимайся. Пусти. Слушай, я не позволю тебе разбивать мои планы. Ты понял? Так что поднимайся и отправляйся в душ. Оставь меня в покое. Я больше не хочу этим заниматься. Замолчи, слушай меня. Слушай меня. Оставь меня. Ты этим делом будешь заниматься обязательно, хочешь ты этого или нет. Так что поднимайся и пошли. Пошли. Мне так хорошо с тобой. Ты стала самым важным человеком в моей жизни, дорогая. Ты оставил дела ради меня? Я тебя люблю. Разве этого мало? Тебе лучше? Да. Да. Хотя я еще боюсь Лусиана. А что, если он знает, что я его дочь? Не знаю. Меня беспокоит твоя мать. Да, меня тоже. Очень беспокоит. Если Лусиан узнал, что я дочь Берты, он скоро узнает, и что она не Мерседес. Почему вдруг все это началось? Может, поцелуешь? Я не понимаю, о чем ты. Мне кажется, что за нами кто-то следит. У тебя нет такого ощущения? Ты про записку в машине? Да. Мне кажется, что за нами следит кто-то, кто живет с тобой, в твоем доме. И он знает каждый наш шаг. И если он спросит, его ли я дочь, я не смогу отрицать. Это бомба замедленного действия. Надо суметь ей воспользоваться. Кто там? Это я, Лусиана. Минутку, пожалуйста. Чем обязана? К сожалению, я ненадолго. Хорошенького понемногу. Хочу пригласить тебя завтра на ужин. Хорошо. Мы что-то отмечаем? Нет, просто я принял решение и хотел его с тобой обсудить. Не возражаешь? Эстебан, выпей. Быстро и без разговоров. Слышал? Давай. Какая мерзость, Диего. Только так можно привести тебя в чувство. Что ты там печатаешь? Заношу в память наш материал, закончил документы. А теперь слушай меня внимательно. Ты прямо сегодня поедешь в Парагвай и проверишь свидетеля. Поедешь, у меня нет для этого времени, так что придется тебе. С какой-то стати? Слушай, я к следователю. Надо как можно быстрее вызвать сервента. Нельзя терять времени. Но ведь надо и свидетелей вызывать. Ты что, меня не слушаешь, Эстебан?
Как только ты придешь в себя, закажи билет и поезжай. Но, Диего... Никаких «но». Странно, что Маркоса еще нет. И слава богу, я ни с кем не хочу говорить. Ты что-то не рассказала про король де Бустос? Нет, все. Но присутствие Диего меня тронуло. Мне это нравится. Почему? Я рада слышать, что после всего сердечко твое еще бьется и хочет жить. Мама, мои чувства к Диего очень сильные. Здравствуй. Здравствуйте. Она тебя ждет. Спасибо, привет. Как дела? Я тебя не ждала. Извини, что я так задержался. Ничего. Прощения просить должна я. Может, перенесем сеанс на завтра? Я прощу, если ты примешь мое приглашение. Приглашение? Да. Надень нарядное платье. Я приглашаю тебя на ужин. Надо избавиться от неприятного привкуса от нашей поездки. Ну как? Это тебе распишись. Что это? Не знаю. Повестка в суд. Повестка? По какому поводу? По поводу нашего вклада в Парагвае. Злосчастный счет в Парагвае. Откуда они узнали? Не знаю. Будь осторожен, папочка. Почему? А что, если это месть Лусиано? Мне ничего не хочется. Не сердись. Что ж, тогда поговорим. Мне и говорить не хочется. Будь откровенна. Ты сердишься на меня? Нет. Это из-за того, что произошло между мной и Диего? Нет, нет, нет. Тогда в чем дело? Почему ты изменилась по отношению ко мне? Ты здесь ни при чем. Дело во мне. Может, расскажешь, в чем дело? В Диего. Просто я вдруг поняла, насколько я его люблю. Больше, чем когда-либо. Чего это вдруг? Что он такого сделал? Не знаю. Но его появление заставило меня вспомнить о его любви. Он всегда так заботился обо мне. Мы уже год вместе. Маркос, я не могу. Я не могу забыть свою любовь к нему. Не могу. Но ведь эта любовь губит тебя. Пусть хоть убьет. Диего, моя жизнь. Я знаю, что никто и ничто нас не разлучит. Thank you.
y tu mirada ha despertado mi ilusión. Yo que corría por la vida buscando una estación, una que no tenga despedidas, y del amor de poesía. Oh, yo que sabía dar, nunca ha sido fácil, pues recibir siempre fue propina en manos de otro. Y tú das el amanecer después de ser mujer, ya no pides nada. Yo que corría por la vida guardando el corazón, las escudos y armaduras y del amor de poesía, yo que sabía. Подсматриваешь? Что за глупости, Лусиана? Дожидаешься приемной дочь? Нет, я ждала тебя, хотела поговорить. О чем? Как раз о Монике. Зайдешь? Пусти! Пусти! Пусти меня! Не вынуждай меня прибегать к силе! Пусти, Хан! Я здесь не останусь! Лучше убей! Дай сюда сумочку, я сказал, дай сумочку. Не трогай. Куда ты не поедешь? Не поедешь? Не поедешь никуда. Отдай. Не поедешь, я сказал. Отпусти ее. Больше ты мне мешать не будешь, Диего Салерно. Que se dan